Понимание – самая важная вещь. Почему? Я сейчас объясню. Вот анализируйте, с какими родственниками вы общаетесь? С теми, которые вас понимают. С какими одноклассниками вы общаетесь? Которые вас в каком-то мере понимают. Понимаю, да. Согласны? С какими вашими можно сказать, посмотрите, на кого мы женимся? На та, которая хотя бы делает вид, что нас понимает. Согласны? На кого мы замуж выходим? На то, который попытается хотя бы нас понять. Ну ладно, не все понимает. Мужчинам очень тяжело понимать женщину. Мужчина, который понимает женщину, наверное, не родился еще. По крайней мере, он старается. Вот такой. Понимаете? То есть мы всегда стараемся находиться рядом с теми, кто способен понимать нас. А вот этого добиться, оказывается, это главная мудрость. Главное наше, можно, достижение. Я хочу вам сказать, что на взаимоотношениях все люди себя считают профессионалами. Все люди думают, что они все знают, все люди думают, что их собственные мысли правильны. Понимаете? Теперь внимание обратите. Одно из моих научных открытий, которое год назад сделал в области взаимоотношений, это какое? Оказывается, период жизни человека всегда есть два и более проблемные взаимоотношения. Два и более. И самое главное, это постоянно. Например, как? Вот у вас есть в данный момент в вашей жизни какие-то отношения, которые хотелось бы, чтобы они были по-другому. Например, возможно, это с сынами, возможно, это с детьми, возможно, это с начальником, возможно, это какой-то сотрудник, проблемный сотрудник, возможно, какой-то конфликтный клиент. Вот пишите имена тех людей, который в дальний момент вы чувствуете, вам хотелось бы, чтобы было бы лучше ваше отношение. Пишите имена этих людей, ребята. Это классно поможет нам. И вот это открытие у меня было, я был в шоке. Оказывается, в жизни человека не бывает абсолютно момент, когда нету ни одного проблемного взаимоотношения. Не бывает. У него вот это, оказывается, стандарт. Это действительно реальный стандарт. Вот с мужем наладишь, начальник начнет. Начальником наладишь, гаишником начинается. И думаешь, как с ним найти общий язык. С этим наладишь, кто-то новый появится. Вот оказывается, просто людей меняется, сами люди, имена меняются, а сама ситуация остается. Кто меня понял? Формат ситуации меняется, задачи меняются. И получается, что человек должен научиться добиться точки понимания. Потому что где человек научится это делать, ему легче жить. Честно скажу вам, мы работаем с людьми. Вы согласны? В этом мире можете вы в одиночке быть счастливы? Вы можете в этом мире в одиночке быть успешны? Вы одиночки можете быть реализованными. Просто никак невозможно в одиночке чего-то добиться в этом мире. Согласны? В одиночке это просто нереально. Невозможно. Нету никакого уровня шкала роста на какой-то либо параметре жизни, где бы человек мог бы сказать, что в одиночестве он это могут сделать. Просто не существует. Не существует просто. Получается, что мы часть общества, и общество влияет, и общество становится часть нашей мечты. Мы хотим хороших детей, мы хотим хорошую семью, мы хотим, чтобы наш успех кого-то вдохновлял, мы ради кого-то заботимся, правильно? Вот это все чего-то делим ради кого-то, что-то облегчит жизнь чьей-то или себя, или кому-то. И это все делится, оказывается, взаимоотношением. Вот так построено. Поэтому, исходя из этого, получается такая картина. Внимание обратите, поскольку человек в одиночке сам не мог быть успешным, счастливым и так далее, самая сильнейшая наука – это умение достигать точки понимания.